Автомобильный мир постоянно эволюционирует. Производители не устают удивлять новыми концептами и построенными на их базе моделями. Но иногда воображение дизайнеров и конструкторов выдает такой фантастический продукт, что автолюбителям приходится или бурно восхищаться, или шокированно разводить руками. Именно о таких автомобильных творениях пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Восьмиколесный седан. Казалось бы, нынешних автофанатов уже ничем не удивишь. Но невероятная Toyota Vios с четырьмя осями и восемью колесами из Индонезии никого не оставит равнодушным. Первая фраза, которая приходит на ум при взгляде на чудо-седан — это зачем? Ответа на этот вопрос нет даже у самого обладателя экстравагантного авто, который, к слову, является владельцем местного таксопарка. Конструкция встроенной задней оси выполнена таким образом, чтобы передавать крутящий момент только на одну пару колес, которые затем раскручивают две остальные оси. Таксовать на такой Toyota, конечно, вряд ли будут. Скорее всего, машина больше подойдет для рекламных целей и разнообразных автошоу. Sea Lion – автомобиль-амфибия. Британец Марк Уит потратил 6 лет на то, чтобы сделать автомобиль-амфибию, который способен развить в воде скорость около 100 км в час. При этом на земле серебристый Sea Lion выглядит как авто из фильма про супергероев и развивает скорость в 180 км в час. Под капотом автомобиля роторный двигатель от Mazda мощностью в 174 лошадиные силы. Создатель при этом уверяет, что если поставить более мощный, то скорость на воде еще возрастет. Renault Kwid с квадрокоптером. У компании Renault есть концепт внедорожника Kwid, использующего миниатюрный квадрокоптер для разведки местности. Небольшой квадрокоптер базируется на крыше автомобиля. Когда это необходимо, он может вылететь на разведку. Задача дрона — держаться на определенном расстоянии впереди, следуя указаниям GPS-навигатора внедорожника и заранее предупреждать о возможных препятствиях на пути. Помимо этого, квадрокоптер можно использовать, чтобы оценить размеры пробки, в которую попал автомобиль, или заснять динамичный ролик с высоты. У устройства есть и режим полета, управляемого с помощью планшетного компьютера. Cadillac Циклон. Ведущие автопроизводители мира, такие как Mercedes-Benz, Honda, Volvo и, конечно, Tesla, в последнее время наделали много шума своими системами предупреждения столкновений на основе радаров. Однако, оказывается, еще в 1959 году Cadillac создал концепт-кар «Циклон», в котором была воплощена в жизнь идея обеспечения безопасности на шоссе с помощью радара. Встроенная в передний бампер радиолокационная система сканировала дорогу впереди автомобиля и предупреждала водителя о возможных столкновениях. Добавим, что система безопасности на основе радара была не единственным футуристическим элементом «Циклон». Концепт также включал в себя открывающийся плексигласовый купол-крышу и двери, скользившие назад на шарикоподшипниках. При этом кабина была настолько герметичной, что в машине был встроенный домофон для облегчения общения с людьми за пределами автомобиля. И эта герметичность была далеко не излишеством. Ведь под капотом «Циклон» размещался могучий 325-сильный двигатель. Концепт-кар Toyota FV2. В далеком 2013 году японский автопроизводитель представил концепт-кар, который сможет устанавливать со своим владельцем глубокую эмоциональную связь. Компактный четырехколесный автомобиль будет буквально читать настроение водителя, оценивая его поведение и эмоциональное состояние. FV2 использует устройство для распознавания голоса и выражения лица, чтобы определить настроение водителя и адаптировать под него собственные системы. На дисплее, расположенном на ветровом стекле автомобиля, отображается навигационная и другая информация — GPS, скорость, пробег. Если FV2 почувствует, что водитель, к примеру, начинает злиться, цвета дисплея изменятся в сторону предостерегающих красных оттенков. Это будет означать, что водителю следовало бы успокоиться. Но даже не это в конструкции FV2 является главным. Предполагается, что водитель займет стоячее положение и будет управлять автомобилем с помощью движений своего тела. Поэтому в FV2 отсутствует руль. Чтобы изменить направление движения, водителю понадобится лишь наклониться в соответствующую сторону – налево или направо. А для того, чтобы увеличить или уменьшить скорость автомобиля, водитель должен слегка податься вперед или назад. Но по неизвестным причинам этот проект так и остался нереализованным.
Летающий автомобиль Terrafuji TFX. Появление летающих автомобилей не просто вероятно, оно неизбежно. Поверить в это можно, пересчитав количество кинофильмов, в которых машины летали по воздуху. Пальцев на обеих руках для этого не хватит. Или посмотрев на концепт Terrafuji TFX, которая, как ожидается, сможет передвигаться по дорогам общего пользования, а также летать. Летающий автомобиль планируется оснастить двумя складывающимися крыльями с установленными на них поворотными винтами. Машина сможет осуществлять вертикальные взлеты и посадку, что избавит владельца от необходимости поиска разгонной полосы. Модель TFX будет оснащена гибридной силовой установкой. При движении по земле, а также во время полета необходимую тягу обеспечат электрические моторы с питанием от аккумуляторов. Во время полета в дело вступит двигатель внутреннего сгорания мощностью 300 лошадиных сил. В воздухе TFX сможет развивать скорость до 320 км в час, а максимальная дальность полета составит аж 800 км. В салоне смогут разместиться 4 человека, включая водителя-пилота. Словацкий летающий аэромобиль. В отличие от предыдущего летающего авто, данный автомобиль действительно существует. Словацкая компания Aeromobil вывела на тесты третье поколение своего летающего автомобиля Aeromobil 3.0. На данный момент это один из наиболее совершенных образцов летающих авто в мире. Он обладает складывающимися крыльями. Его мотор Rotax 912 разгоняет машину на шоссе до 160 км в час, а в небе до 200 км в час. На трассе Aeromobil 3.0 тратит 8 литров на 100 км, а в воздухе 15 литров в час. Топливо – обычный автомобильный бензин. Запас хода по шоссе равен 875 км, а в режиме самолета аппарат способен преодолеть 700 км. В аэромобиле есть система регулирования угла атаки крыльев, благодаря которой для взлета ей нужно несколько сотен метров свободного пространства. Есть тут автопилот и парашютная система спасения. Все это перейдет на серийный вариант, полагают создатели машины. Публичная премьера новинки состоялась в Вене в 2014 году на фестивале стартапов в области науки и технологий. Словаки пока не берутся назвать точные сроки поставки летающего автомобиля на поток. Ему еще предстоят испытания как на земле, так и в воздухе. Памятуя о многочисленных неудачных попытках вывести в свет аналогичные конструкции, можно сказать, что Aeromobil – фирма весьма смелая. Необычный пикап вверх тормашками. Американский энтузиаст по имени Рик Салливан решил создать оригинальную версию автомобиля, создав его из двух моделей. В итоге у него получилось что-то вроде перевернутого внедорожника в кузове кабриолет. Теперь он вводит в заблуждение многих автомобилистов, которые встречаются с ним на дороге, так как с первого взгляда сложно понять, что же это на самом деле перед тобой. Рик по долгу своей службы видел множество перевернутых автомобилей, что и натолкнуло его на мысль создать нечто подобное. Для воплощения своей идеи в жизнь он переделал внедорожник Ford Ranger образца 1991 года и большой пикап Ford F-150 1995 года выпуска. В результате у Рика получился перевернутый пикап с четырьмя парами колес, две из которых скорее выполняют декоративную роль, так как не несут никакой функции или нагрузки, кроме отвлекающей. По словам самого Рика, он создал проект этого автомобиля для того, чтобы люди обращали внимание, и у него это точно получилось. Плюс ко всему, здоровая оригинальность еще никому не была вредна. Бугатти из Лего. Специализирующаяся на детских конструкторах компания LEGO представила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron. Игрушечный автомобиль может самостоятельно ездить. Как уточнили в компании, на сборку Bugatti ушло около 1 миллиона деталей конструктора и 13 тысяч часов. Автомобиль оснащен 5-сильным мотором из 2300 игрушечных двигателей LEGO Power Functions. Автомобиль способен ездить со скоростью до 20 км в час. Но в выставленном Bugatti двигателя нет, его сняли, чтобы не рисковать, ведь игрушечный Bugatti Chiron не отличить от настоящего. Он не только выглядит, но и весит как настоящий. 1,5 тонны, только вот заводится с помощью планшета. К водителю этого автомобиля предъявляются особые требования. Весить он должен меньше 80 килограммов, а его рост не должен превышать 175 сантиметров. Автомобиль построен на заводе LEGO в чешском городе Кладно. Работающие здесь конструкторы создают сложные модели для магазинов и тематических парков компании LEGO по всему миру. Конкретно над этой моделью трудились 16 профессионалов – дизайнеров, механиков и электриков.
Напишите в комментариях, какой автомобиль удивил вас больше остальных. И если понравился выпуск, то обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Впереди еще много интересного. До новых встреч!